И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега и Фокси. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Все просили, чтобы я поиграл за аниматроника в пиццерии FNAF 1. Вы готовы? Да, я готов. Если пьете и кушаете, приятного аппетита. О, я знаю, кого возьму. А я иду, иду на работу в пиццерию Сережку убивать. Ребята, Серега поставил ловушки, поэтому надо быть очень внимательным. Серега, ловушек много. Или... Ого, первая есть, нифига себе, уже жизни снесла. Я знаю, что тут где-то ловушка. Я ведь просто... А как их увидеть? Ребята, ставьте лайкосик, чтобы я красиво обошел ловушки. Я могу тпхаться. Это очень хорошо. Серега, я прошел тут. Молодец. Так, здесь надо быть очень внимательным. Сейчас что-то будет. Вижу ловушки. Вижу. Пацан забежал. То, Серега, ты был? Нет. Ага, это понял. Фокси. Это Фокси ходит. Так, хорошо. Давайте с этой стороны. Ловушки видно. Так, смотри внимательно. Не вижу. Опа! Как? Кинул бомбу! Ха-ха-ха! Я вижу! Ого! Ничего себе! Слышите, как осколки аж стекла летят? Так, иди сюда. Кто там взрывает так бомбы сильно? Я Лефти, я никого не боюсь. Я из FNAF 6. Пришел в FNAF 1 на работу. А где двери? Ого! Ты мне уже 700 жизней, считай, снес. Ого, тут дыма. Откуда такие взрывы мощные? Ладно, идемте дальше. Да откуда? Вижу. А! Ты чё бьешься? Надо, ребята, попасть чётенько в него. Да чё, не могу убить? На! Фокси умер. Серега! На, ребята, есть, красавчик. Ну что, кто еще? Серега, есть твои бомбы еще или нет? Да, есть куча в местах. Я просто хотел обнулить карту, чтобы двери у вас появились. Так, бомба, говоришь, да? В местах еще есть. А где тут? В туалет сходи. В туалет. Хорошо, иду в туалет. Так, что у нас в туалете? Ого! Вот это обосраться можно. Так, пошел дальше в туалет. Здесь очень тепло, идемте дальше. Ты и в том, и в дамском, и в джентльменском? Ого! Да. Вот это жахнуло. Неплохо. Мне еще много жизни. Я еще держусь. Мне еще получается вас мочить. Где этот челик кидает свои бомбы, вонючий? А ну иди сюда. Ого, стекла бьются. Всю пиццерию разломали уже. Так, ребята, ждем их. А ну выходи, Серега. Ого, я знаю, ты здесь. Давай, подлый трус. Нифига себе, в кровище уже здесь. Так, давайте здесь поищем. Никого. Так, Серега, вы внутри? Ну, давайте здесь. Да, я внутри. Я иду к вам. Так, давайте кого-то другого возьмем, аниматроника. Или не... А что, подождите, дверь пропадает, так можно? Так, пацаны, где ты? Во, вижу! На, есть, Фокси замочил. А, это ты его убил? Фейбол. Ого, там взрывчатки летят. Ребята, не буду менять аниматроника, пусть уже убьют меня. Посмотри, смогут они меня убить или нет. А я быстро пробежал. Да умри! Ну, Сережка! Да чё, не могу? Фокси опять умер. Да что у тебя такие взрывы? У меня аж в потолок головы, как в Марио, кидает. Кубики, выбивая монетки. Серега, считай, половину жизни отнял. Чуть-чуть меньше. Всего половину. Ну, так у меня 8700. Слышу, выдает бомбы, выдает. А Лефти идет. Есть. Да, Серега, обидно, все зря выдавал. Да нет, как-то. Не так, да хорошо, мы сейчас тебя еще разок убьем. Димас, я иду к тебе с гостинцем. А где ты? А, копье! На тебе! Блин, кстати, копье очень много отнимает. Нифига себе, не надо, они по 500 вроде снимают. Копье! А где ты кидаешь их? На! Ха-ха, вот это взрыв! Ай! Ну чё, давайте, выходите. Ого! Чё за звуки шмяканья?
А! На, Фокси умер. Серега, я иду за тобой. Ну, убей! Димас, я взорвусь вместе с тобой. Ну, Лефти, есть. Лефти, красава. Фокси умрет. Так, теперь надо мне зашкериться. Жизни откинь. Ого, тут ловушек. Да хватит, Серега, ты сколько поставил их? Так, закрывай калитку. Отлично. Так, все. Шкеримся. Ого. Так, у меня 3200 жизни. Сидим, ждем. Надо повыживать мне. Теперь я, получается, должен выживать, а не они. Теперь ты жертва, а мы охотники. Ну, умри! Вот так вот как-то. Ну что, кто следующий? А, так, значит, вот так, все. Да, Серега? Ну все. Не-не-не, админский пистолет не бери, так нечестно. А кто говорил, что я буду админский брать? А кто? Я. Твое любимое пирожное, Димас. Какое мое любимое пирожное? Из говна и пал. Нет, такое пирожное не люблю. Че, найти меня не можете, сыкуны? Найдем сейчас тебя. Ах ты жопа. Я убийца настоящий, потому что ребята просили, чтоб я жестко играл и был настоящим аниматроником. Все, как ребята вы просите. Так что, ребята, пишите в комментариях, что нам следующее снять, и мы обязательно снимем. Прятки или аниматроники пугают охранника. Можем скрат-механик снять, напишите. Кто там бегает? Ах ты жут. Конечно, я контролирую всю пиццерию. Я настоящий охранник пиццерии. Да что ты говно кидаешь в меня такое тухлое? Ого! Ну нафиг, надо валить. Я вспомнил, у меня молоко убегает. Оно от тебя убежало. Нет, не убежало. Ай, да кто так больно мне бьет? Отвалите! 2000 жизни, 2600. Беги, беги, Фредька. Лефтюшка. Так, 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 надо где-то запрятаться. Ай, больно! А ты чем стрельнул? У меня 400 жизней сняло. Что это за выстрел был? Четырехствольная базука. Ничего себе. Колобука. Неплохо, неплохо гасит. Так, я отдыхаю, у меня очень мало жизни. Опять в туалете засел? Нет, 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 нет. Возле туалета. Опа, видел кого-то. Ну-ка, не могут найти. Слышу, дверями скрипят. Ну что, Серега, получается? Угу, сейчас найду тебя. Я очень в простом месте. Ну-ка, где ты? А! Ты чем стрельнул? Блин, больно! Да на тебе, ты смотри, 1800 жизней осталось. Вы должны меня бояться, а не я вас. Давай, иди сюда, сыкун. Ай, блин, ты что, меня видишь, что ли? Да ну умри. Так, убийца вышел на охоту. Ай, что тут у тебя за пукалки такие, как комарики кусают. Ах ты, с окна. В окно, блин, кто там за скворечник бегает? Кукушка там в окно заглядывает. Так, ребята, Димас, выходи. А! Отвали от меня. Подлый трус. Да отвали, сыкун вонючий. Да что, не могу убить. Отвали. Умри. Да что за... Фух, 920 осталось. Ай, 300. 300, 300, 300. Ну, окно. Беги. 223. Беги, Димка, беги. 69! Я выживу, ребята, я выживу! Главное телепортироваться, главное телепортироваться. Нормально, нормально, ускоряемся. Хорошо, получается. Отлично! Ребята, сразу видно, лайкосики все поставили. Тащим!
Ребята, я боюсь, я хочу жить. А мы тебе не дадим жить. Так смотри, как я классно тпхаюсь, вы мне ничего сделать не можете. Нормально получается, четко. А, ну окей, я понял тебя. Отвали! Блин, это жесть! Отвали, я хочу жить! У меня осталось 15 хп. Оу, блин! Ну прикольно же получилось. А я уже хотел ядерку использовать. Ну давай, использовай. Покажи силу ядерного взрыва. Бум, аж кишки слетели. Все, ребята, зачистка произведена. Не знаю, напишите в комментариях, кто из нас выиграл. Я или пацаны? И хе, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!